Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы хотим побеседовать с известным сессионным барабанщиком Артемом Жибарем. Здравствуйте, да, здравствуйте. 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 Да не, пусть что привело нас сюда, к вам сюда. Да, к такой жизни. Как дошли вы до жизни такой? Ну как? Нужда. Нужда в чем? Не в деньгах. Ведь в счастье. В творчестве. В творчестве. Ведь где еще творчество в данном городе может получить развитие, как не в данной студии? Да. Сегодня мы делали обзор пластиков для малого барабана от компании Aeons, которая любезно предоставила мне Юлия Рынкова, куратор, так сказать, всего мероприятия. Собственно, то, что получилось, можно увидеть где-то на просторах интернета. Я думаю, мы эту передачу, которую уже смонтировали, мы ее приклеим в конце этой передачи, поэтому оставайтесь с нами. Как вам? Тест прошел удачно, мне понравилось то, что новый пластик, наконец-то я за последние почти полтора года услышал звучание барабана с новым пластиком. И хочу вам сказать, что наконец-то вот сегодня случилось то соответствие звуковое в контрольной комнате и в комнате записи. Вот мы сейчас сделали дубль. Обычно это на слух определяется. Вот сейчас мы сделали дубль. Сколько мы играли? Мы 2 минуты, да, трек? Да, 2 минуты. Ну, вот таких вот треков, я думаю, можно записать штук. Ну, с этим пластиком штук 20, наверное, максимум. И все. И пластик просто на покой. В студийных условиях я знаю, что Dream Theater меняет каждую песню. Пластик. Большое спасибо, Артем. Мы рады вас всегда видеть в нашей студии. Спасибо вам. Я всегда рад прийти и обратиться к профессионалам за помощью, так как собственно, произошло это сегодня. Я думаю, парни, которых я записывал, тоже оценят. Уже оценили, раз обратились. Спасибо. Всего доброго. Будьте с нами. Это студия «Атмосфера». И мы знаем, где вы живете. До новых встреч. Артем Жибарь, я из Владивостока, играю в разных коллективах, кавер-коллективах города, а также записываю партии ударных в студии «Атмосфера» для разных музыкантов со всей России. Я принимаю участие в проекте «Революция Level 360» от Aeons, и для обзора я выбрал следующие пластики. Нижний пластик – это Hazy 300. Верхний пластик HD Dry, двухслойный пластик с демпфирующим кольцом, использую его первый раз, интересно, как он будет звучать. И для бас-барабана я выбрал пластик Imot, прозрачный, но обзор с этим пластиком будет немножечко позже. Сразу видно, что пластик без проблем лег на корпус. Кстати говоря, о корпусе. Корпус – это барабан Pearl, кленовый с одним слоем махагона внутри. Фрифлоатер модель. Классический звук, как мне кажется, малого барабана. Пластик идеально ложится на поверхность, нету никаких перегибов, скосов. В этом, собственно, и заключается революционная технология, вот эта новая, Level 360. Она средне-низкая, ну и попробую что-то поиграть, изменяя высоту.
спасибо компании Evans за предоставленную возможность протестировать данный пластик. Звук мне очень понравился, и мне не пришлось наклеивать на малый барабан вот эти вот синенькие липучки под названием Moon Gel. Пластик звучит отлично и без них. Пока, увидимся в следующих обзорах.